Бесконтрольный прием антибиотиков и самолечения может привести к опасным последствиям. Знаменитый врач Евгений Комаровский в своем YouTube-блоге поделился мнением на спорную тему пневмония и лечения антибиотиками. Как отметил доктор, в большинстве случаев применение препарата не требуется. Медицинская наука доказала, прием антибиотиков для профилактики неэффективно. Более того, некоторые данные говорят, что профилактическое назначение антибиотиков при вирусных инфекциях в 6-9 раз увеличивают развитие бактериальной пневмонии и приводит к осложнениям, отметил кандидат медицинских наук. С Комаровым согласна и клинический фармаколог Центра имени Пирогова Минздрава Российской Федерации Дарья Камышова. По ее словам, в случае вирусной инфекции антибиотики не имеют никакого воздействия. Также о том, что назначать себе самостоятельно антибиотики не следует, не раз говорила и внештатный инфекционист Магаданской области Елена Кузьменко. Со слов эксперта, следует четко соблюдать предписания врача и не заниматься самолечением. Необходимые препараты пациентам с подтвержденным диагнозом коронавируса назначит врач. За последние сутки в пределах Магаданской области зарегистрировали 46 новых случаев COVID-19 и 2 смерти. По данным областного оперативного штаба по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции в регионе, за весь период выявили 5544 человека, выздоровели 4631, обследовано на наличие заболевания 104601 человек. Специалисты напоминают, обязательно надевайте средства индивидуальной защиты в общественных местах, чаще мойте руки с мылом и пользуйтесь антисептиками. А при повышении температуры тела оставайтесь дома и вызывайте бригаду скорой помощи или врача из поликлиники.